Всем привет-привет, вы на канале Animal Life Channel, и сегодня у нас будет кормление предкоящерицы. Ну, в общем-то, вы видите, где он. Вон. Сейчас сидит, греется под инфракрасной лампой. Ну, то есть, да, вот она, инфракрасная лампа, сейчас я отключу ультрафиолет, вы увидите. Вот. Смотрите. Да, испугался немножко. Ну, собственно, сегодня в рационе мучник, потому что давно он уже не ел его, это самец. Ну, давайте, собственно, сейчас уже кормить. Ну, вцепился в пинцет. А не мучника, у него такое бывает, да. Не до конца он еще приучился, но уже его приучил есть с пинцета. Я сейчас говорю не очень громко, чтобы его нечаянно не спугнуть. А обычно он съедает либо два таракана, либо два сверчка, либо вот два мучника. Ну, то есть, я чередую. Мучника я стараюсь давать редко, обычно это, ну, обычно это один раз в две недели, но иногда даю чуть чаще, в зависимости от того, есть у меня тараканы или сверчки или нет, потому что сверчков я не развожу, я их покупаю, их не всегда у меня, они у меня не всегда есть, но у тараканов у меня не очень много, потому что, ну... У меня все-таки не одно животное, и все тоже любят полакомиться тараканами. Все их едят. И иногда они у меня стоят на таком, скажем так, подрастании колонии. Так, ну что-то он как-то это не хочет есть. Не знаю, есть он, наверное, хочет, но почему-то не глотает. Я не знаю, с чем это связано. А, ну вот, все. Наверное, из-за того, что я говорил. Помолчу сейчас. Давайте вот так, наверное, камеру лучше установлю. Не очень хочет стоять. Ну, то есть, вон, да, дело, походу, было в том, что я говорил. И его это смущало, скажем так. Ну что, сейчас будем давать второго. Я его попробую немножко отвести от изначального места кормления, от вот этого камня, чтобы вам было удобнее смотреть. По крайней мере, постараюсь это сделать. Так, куда я пинцет положил? Вот. В общем, так всегда бывает. Кладешь куда-нибудь пинцет, а он в итоге оказывается совсем в другом месте.
И также давайте дадим куколку мучника. А, будешь? Или второго уже не будет? Нет. Давайте положим. Да, я когда сейчас вот брал, нечаянно повредил куколку и, ну, видите, там кусок отвалился. Сейчас давайте достану другую. Ну все, вот я взял другого мучника. Сейчас будем его давать. Не хочет, наверное. Ну, а сейчас просто. Давайте вам вот я уже покажу просто так. Если он все равно сейчас отказывается уже. Вон, красавец. Как вы можете заметить, у него часть хвоста вторичная, но она создает такой даже градиент, и что тоже создает такую своеобразную красоту. Ну, в общем, если вы заметили, то мы стали уже отходить побольше от муравьиной тематики. Раньше вообще муравьев на канале не было. Потом их стало. Ну, в принципе, только про них я и снимал. И сейчас все дальше мы отходим от этой тематики. Расширяем тематику канала, так сказать. Но муравьи тоже будут. Тут 100% я даю гарантию, то, что муравьи будут. Я не попродавал их всех, остались некоторые. Вот. Поэтому роликов тоже ждите, те, кто подписывался чисто из-за муравьев. Также сейчас будут очень много видео про эвлифаров, так как у меня их появилось достаточно. Ну и что хочу сказать, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка будет внизу в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а теперь, наверное, я оставлю вас уже наедине со сверчками, которые вон сверчат, и с прыткачом. Это самец, причем не взрослый, скажем так. То есть, если хотите, я вам сейчас могу показать. Ну да, давайте так покажу. Вот. Вот моя рука. Вот он. На руки идет не особо, но руку он, в принципе, в террариуме уже не боится. Так, давайте, наверное, отключу инфракрасную лампу, чтобы не было все красное, а было только естественных цветов. Ну, вот он. Ну, давайте, ладно, давайте попробую еще раз дать этого мучника. Может, возьмет.
Ну, его любимое лакомство это сверчки. Но ученика он тоже любит. Будешь мне? На. На. Ну, в общем-то, как всегда, как только начинаешь снимать видос, сразу все начинают капризничать, как будто вот специально. Но хотя бы одного он съел. Это уже тоже хорошо. То есть он поел, и видеоролик можно называть кормлением. С большой натяжкой, но можно. Конечно, на 12 минут я это все растянул, да. Но вот, простите. Все-таки у животных тоже есть свои характеры. Вот. Ну и оставляю вас уже наедине с ним. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем пока-пока.